Всем привет! С вами канал Arabian Pets, и в этом видео покажу свои покупочки. Да, я не раз уже показывал их. Да и в принципе можно было и не показывать, но все же покажу. Так, первый пакет. Это у нас корм для хомяков. А корм для кроликов в размере 2 пачек. А я быстренько пробегаюсь, потому что, ну, я уже не раз показывал это все. Так, поставим их тут. А в этом пакете у нас корм для песчанок от Little One. Да, у меня весь корм, по сути, от Little One. Так, тоже в размере 2 пачек. И еще один корм. Криспи мюсли от Версель Лага. Вот такие вот дела. И краски места осталось. У меня тут вот еще опилочки. Ибо они у меня краски закончились. Точнее, почти закончились. В размере 2 пачек. Сейчас покажу кое-что. Вот, ребят, как я и сказал, у меня вот. И это, правда, последняя пачка. Поэтому я закупился еще парочкой, чтобы уж точно... Даже не то, что точно, а наверняка хватило. Вот такие вот дела. Решил немного продекорировать момент. Сами заметили, да? Миски. Контейнеры для корма и лопаточка для уборки. Все четко, все прикольно. А на этом, в принципе, все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, нажать на колокольчик, чтобы точно не пропустить новых видео, который я довольно-таки редко начал записывать. Так что без всяких обещаний просто постараюсь почаще выпускать. Ибо мало возможностей, как говорится. А на этом все. С вами канал Arabian Pets. Увидимся в новых видео. До новых встреч!